Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал. Урок патриотического воспитания в 25-й школе посвятили не только тем, кто служил в Афганистане. Почтили память и воевавших в Великой Отечественной войне. Каждый год ученики готовятся к 23 февраля, рассказывают о событиях баталий и смотрят кадры боевых действий. Ибо каждый из них повторяет: «Я остался в живых, потому что кто-то погиб за меня». На этот классный час ученики и преподаватели пригласили военный комиссариат. Начальник военкомата рассказал школьникам о той самой профессии – защищать Родину. Я хочу, чтобы ваши все помыслы, чтобы ваши все мечты обязательно сбылись. Ну а если они еще будут подкреплены тем, что на ваши плечи упадут курсантские погоны, и в дальнейшем вы прославите нашу страну, это будет просто замечательно. Защищать Родину – это, думаю, долг каждого. И каждый обязан этот долг отдать своей отчизне. До армии, после армии, это, ну, они отличаются. Просто и после армии выходят настоящие мужчины, я считаю. То, что каждый должен пройти этот путь. Я в армию бы пошел, потому что наши деды отдавали за нас свои жизни, чтобы мы здесь жили. И они сделали этот долг, они отдали. И я бы, следственно, по их примеру, я бы тоже пошел в армию. В каждой школе проходят подобные уроки патриотизма, ведь интерес молодежи к изучению истории своей страны не угасает. Следующий военком посетит 131-ю школу. Дарья Колотилина, Никита Файзулин, Телемикс.